Всем привет! Вы на канале Диянка Блог. Меня зовут Наталья. Сегодня в видео будет распаковка посылки. Посылку мы заказывали в интернет-магазине 1 метр ткани. Ссылку на магазин я оставлю в инфобоксе. Также там будет промокод, который можете использовать при заказе, и вам будет сделана скидка. Промокод действует в течение месяца со дня выхода этого видео. Посылка была очень хорошо упакована. Вот в такой мешок. Также еще один полиэтиленовый мешок. Начну распаковывать. Шуршать не буду. Распакую за кадром. Начну с пальтовой ткани. В принципе, из-за этой ткани и был сделан весь заказ. Это пальтовая ткань. 100% лиоцел. Также еще есть название тенсель. Лиоцел — это 100% натуральное волокно. По качеству его смело можно ставить в один ряд с хлопком и шелком. Производится это волокно из бамбука или эвкалипта. Ткань произведена в Китае. На отрезах есть вот такие бирки, что очень удобно. Мы заказывали синий цвет и темно-серый. Ткань плотностью 324 грамма на метр квадратный. Не сыпется. Почти не мнется. Это мы будем шить пальто. Следующий рулончик. Здесь уже вафельное полотно. Рогожка должна быть. Мы брали на полотенце. Также все подписано. Все разберу, сложу стопочкой, чтобы было удобно показывать, и вернусь. Ткань я разложила, развернула. Давайте посмотрим поближе, поподробнее. Это вафельное полотно шириной 150 сантиметров, цвет корица, коричневый. Сейчас она накрахмалена, эта ткань. Ну, когда постирается, будет обычное вафельное полотенце. Довольно-таки приятный рисунок. Следующая ткань — это рогожка. Очень нежный рисунок на ней. Принт такой яблоневый цвет. Ширина у этого отреза также 150 сантиметров. Довольно-таки неплохого качества рогожка. Из нее мы будем шить полотенце. Следующее. Этот отрез продается поштучно. Предыдущие были на метраж, а этот поштучно. Скоро Новый год, новогодняя тема. Вот такой отрез. Из него можно сделать три прекрасных полотенца. Такое полотенце удобно добавить в подарок. Будет такой приятный сюрприз. Очень милые тигрятки. Следующая также новогодняя тема. Тоже тигрятки. Но уже в синем цвете, также продается поштучно. То есть этот отрез можно разделить на три части, и будет три полноценных полотенца. Но продается вот таким отрезом. Это довольно приятного качества рогожка. Также новогодняя тема. Такие птички, синички. И здесь вот можно увидеть даже разметочную линию, по которой разрезается. Получается три полотенца.
Также продается поштучно. И последнее, что мы купили, это вафельное полотно с очень красивыми сочными гранатами. Ткань продается на отрез, на метраж. Можно заказать столько, сколько нужно. Ткань режется в нужный размер, и получаются очень яркие полотенца. Вот такие ткани у нас появились в результате нашего заказа. В магазине 1 метр ткани очень большой выбор тканей. Ткани есть на любой вкус. Есть и трикотаж, и подкладочная ткань, и вафельное полотно, и рогожка, и пальтовые ткани. В общем, есть на что посмотреть, что выбрать. В магазине очень большой ассортимент. Еще раз повторю, что ссылку на магазин 1 метр ткани я оставлю под видео в инфобоксе и в закрепленном комментарии. Также там будет промокод, которым вы можете воспользоваться при заказе ткани. Промокод действует в течение месяца со дня выхода этого видео. Покупкой мы очень довольны. Ткани хорошего качества. В общем, на этом все. Все, что хотела сказать. Всем большое спасибо за внимание. Всем всего хорошего, всего доброго. До свидания.